Говорят, что каждый человек в своей жизни должен сделать три вещи. Построить дом, вырастить сына и посадить дерево. Конечно, первые два пункта не из простых. А вот посадить саженец действительно может каждый. Чем мы сейчас и займемся. Сергей Алексеевич, ну приступим? Приступим. Пойдемте. Что это у нас за дерево? Так, это у нас сосна. Сосна какая? Сосна европейская. С чего начинаем? Так, снимите перчатки. Так, для начала нужно немножко землю смучить. Вообще, эти деревья, я знаю, что сосны, они любят сухую почву, да? Да, да. Тем не менее, ее нужно садить на уровне, да? Вот, то есть, чтобы эта земля была на уровне с этой землей. Да, на уровне с этой землей. Вообще такая почва, она пригодна для... Да, она как раз благоприятная. То есть песчаная? Да. Я знаю, что в Сокольском районе очень много сосновых боров. Да, в Сокольском районе очень много сосновых боров, особенно в стороне Чакубинского. А вообще эта сосна, она морозостойкая, как она зиму переживает? Как... А зима она морозостойкая, зиму хорошо переживает. Как бы не теплолюбивая. А почему садят деревья весной или осенью? И говорят, весной лучше даже садить. А садят и весной, и осенью. Так-то, ну да, весной лучше, потому что за лето приживется, корни в рост пойдут. Угу. Так что лучше весной садить. Говорят, что нужно посадить дерево, построить дом и родить сына. Программу выполнили? Пока что нет. Деревьев много посадили, а остальное все впереди. А откуда вообще эти сосны привезены? А это с Вологодского района привезены, с полей. Вообще все деревья выживут или есть какая-то статистика? Нет, скорее всего, все должны выживут. 99%. Угу. То есть, если люди не сломают? Да, да. Я буквально недавно высадила в своем дворе три сосны. Надеюсь, что не сломают. В прошлом году сломали все три. Так, привязываем так, да? А эта веревочка? А это... Зачем? Так, палочка привязать, чтобы пришла ровно. Так, будет расти. И примять нужно, да? Полить, да. Примять и полить. Ну, надеюсь, выживет и вырастет. Все. Спасибо большое. Пожалуйста.